50-летняя Дженнифер Лопес, Дженнифер Лопес, уже завтра презентует свою первую коллекцию обуви. Певица напомнила об этом событии ярким образом. Джей-Ло примерила очень откровенный и необычный наряд. Она надела укороченный шелковый смокинг черного цвета, а под ним у нее оказалась черно-белая боди. Артистка проигнорировала юбку или брюки, показав поклонникам свои длинные ноги во всей красе. Волосы звезды были собраны назад. Визажисты сделали ей насыщенный вечерний макияж. На ногах у певицы красовались лаконичные босоножки на шпильках из ее собственной коллекции. Поклонники восхитились новым образом невесты Алекса Родригеса. «О боже, эти ноги круче, чем мое будущее, икона. Эта коллекция обречена стать легендой, самая красивая», — написали фолловеры. Недавно Дженнифер Лопес показала откровенное селфи без макияжа. Певица отметила день рождения своих близнецов, показав их трогательные фото. Увидеть 7 стильных уроков от Дженнифер Лопес можно здесь.